В жилом комплексе Томилино Парк состоялось официальное открытие дороги, которая соединила микрорайон и Новорязанское шоссе. Жители рады. Экономия времени на дорогу в Москву и обратно значительная, и выезжать из комплекса стало удобнее. Подробности в следующем материале. Длина дороги от жилого комплекса Томилино Парк до Новорязанского шоссе чуть более километра. 4 полосы, уличное освещение, 2 павильона ожидания транспорта, дорожные знаки. Дорога проложена уже давно, но запустить по ней транспорт не могли. Единственные были сложности по вводу в эксплуатацию в связи с определенными техническими сложностями и документальным оформлением. На участках земли, примыкающей непосредственно к шоссе, надо было оформить сервитут – право пользования чужим земельным участком. С решением юридических вопросов помогла администрация городского округа Люберцы. На торжественное открытие пришли жители. Виктория Рущак живет в этом микрорайоне около года. У молодой семьи есть автомобиль. Супруг ежедневно ездит в Москву на работу. Очень ценно, потому что при выезде из жилого комплекса приходилось делать большой разворот в Октябрьском, что составляло лишние траты времени. Неудобно было. Сейчас это прямой выезд на Новорязанское шоссе, поэтому значительно сокращает путь. Последний фрагмент дороги, так называемое примыкание к шоссе, это участок протяженностью 20-25 метров. На завершающем этапе необходимо было выполнить разметку и установление ограждений и подключить освещение примыкания. Работы были выполнены достаточно оперативно. Все работы по строительству выполнены компанией-застройщиком по условиям инвестиционного контракта. Конечно же, вот такой относительно небольшой участок дороги, 1,3 километра, поможет всем жителям, автомобилистам, кто на личном транспорте, а также на общественном, выезжать из микрорайона, сокращая порядка 20 минут. Если прибавить время на дорогу из Москвы, то это уже 40 минут, посчитали жители. Дорога важна, так как микрорайон продолжает застраиваться. Новоселы, как правило, молодые семьи, для которых мобильность на первом месте. Богдан Колесников, Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.